Потихонечку пляжи убираются. Убираются вот эти водоросли. Но я говорю, это не камка, это водоросли, которые растут на камнях. Вот подсрезала и на наш берег выкинула. Такие вот в куче тракторами был собран мусор, который повыкидывал на пляж. Потихонечку все приводят в порядок, в боевой вид. Кто-то пособирал пляжи. И посмотрите, что происходит, друзья. По-моему, до шторма столько людей не было. Неужели шторм привлек столько людей к нам на пляже? Это просто жесть. Я в шоке на самом деле. Не ожидал увидеть столько людей у нас на пляже. Сейчас поднимусь повыше, мы оттуда начнем погоду. Посмотрите, это в сторону пляжа Кавказ. Тот вид был в сторону паруса Селены, Южный парус. Здесь мы видим, что вот смотрите, пляжик убрали. Все очень хорошо. У нас тепло и прекрасно. Немножко спортом разбавим. Та-дам! Всем добрый день! Сегодня у нас 9.09.2018 год. Жарко, друзья. Кто там сдавал билеты? Кого там до трагедии наши погодные условия довели? 29.6. Это в тени. Что я могу сказать? Или что я имею сказать вам хорошего? В общем, по погодному радару, то есть нас обходит стороной фронт. Я сейчас покажу, как это происходит над морем. Вообще все прекрасно. Ну, как будет, никто не знает. Ну, красота! Начинаем наше погодное видео. Поехали. Так, смотрите. Вот она, Анапа. И видим, как висят над ней облачки, да? То есть, и поворачиваем. То есть, они уже отошли на достаточное расстояние от моря. Ветра практически нет, но тот, который есть, бриз, он дует с моря. Смотрите, какая красота. ЖК Кавказ. И полностью на панорамку. То есть надо мной сейчас голубое небо, совершенно прекрасное и красивое. И выходим в ту сторону. Сейчас жутко парит, душно. И вот здесь вот только на верхоте чувствуется этот морской бриз. Вот, смотрите еще на пляж. Я сегодня уж, смотрите, замучаю. Пляжи приводят в порядок. Сколько народу, друзья! Летом не было столько! Это просто огонь! Вы посмотрите, пляжи переполнены. Это сейчас я показываю пляжи «Мчужина России». Походу, те, кто писали... Сдаем билеты, вниз его посмотреть туда, в сторону паралей. Там вообще муравейник, это нечто. Кстати, мы видим, что пострадала-то неплохо таблетка, он какие-то там надлом на ней. И давайте вам проведем сюда поближе. Посмотрим здесь, как выглядит. Специально залез повыше, чтобы показать вам все это с верхоты. Как оно выглядит. Красота. И показываем в сторону Анапы. Вроде бы пляж Кавказ не особо переполнен, но люди потихонечку есть. Но сейчас я вам покажу сюда, в сторону Анапы, район Лазурного берега. Они, походу, скидки делали людям на проживание. Посмотрите, что происходит в сторону Анапы и Джимате. Это просто еще один муравейник. Что могу сказать по этому поводу? Не верьте прогнозам. У нас сегодня тоже апокалипсис должен продолжаться. Но его нет. Вы видите, что все на пляже купаются, наслаждаются морем. Оно шумит так. Я не знаю, слышно ли вам. Напишите в комментариях, слышно ли отсюда море. Просто это что-то нереально приятное, красивое, нежное. Ну что, пойдем прогуляемся. Мы начинаем маршрут с Бархана к морю. Море почистило берега, сейчас доводят до совершенства уже кораблями, тракторами. Буквально там день-два вывезут кучи, которые набрали. А может и сегодня ночью это все будет сделано. И все будет теперь воздано, так сказать, практически в красоте. Может, те заборы, которые сломаны, их совсем уберут. Сейчас только что провел фотосессию, люди там 2 дня переносили. Сегодня говорят, Верец, давай прямо сейчас, а то говорят, завтра, возможно, уедем. Но все получилось, мы сделали. Спасибо, кстати, человечку, который был у меня уже, по-моему, 2 года на фотосессии и порекомендовал этой семье. Спасибо вам. Я рад, что и вам нравится, и им понравилось. Я фотографии уже показал.
Также приглашаем вас, есть вариант, пробуется, сегодня первый раз поехали на Крым, на микроавтобусе каком-нибудь. Ну, будет полное видео, надеюсь, Светлана отснимет и все интересно вам расскажет на канал, мы его обязательно поместим. Также есть джипинг по красивейшим местам Анапы, дайвинг очень интересным местам, так сказать, и бухтам. Все это на канале, видосы есть, можете посмотреть. Также квадроциклы и конные прогулки. То же самое на канале, все можно это увидеть. Смотрите, здесь вот это все уплывало, возвращают на место. Здесь мы видим, что люди потихонечку отдыхают, пляж продолжает убирать, наводить чистоту. Вот мусор, мусор. Как я прошел по вот этим точкам, поспрашивал насчет квадрокоптера, говорят, видели, как летал, но не видели, что кто-то достал. Может быть, кто-то нашел и, к сожалению, куда-нибудь в другое место уехал. Ну, его очень дорого чинить, потому что морская вода – это самая большая опасность для него. 29 температура воздуха возле моря. В принципе, после такой непогоды это даже очень и очень хорошо. Здесь происходит фотосессия. Красивейшие виды. Фотограф на месте. Фотограф личный. Водичка немножко прохладная по отношению к воздуху. Видите, плывут еще вот эти вот водоросли. Камки нету, все выкинуло. Сказать, что вода кристально чистая, не могу, потому что после шторма такого, в принципе, никогда не бывает. Но волны, конечно, это нечто. Нечто такое приятное, красивое и классное, чем я предлагаю вам полюбоваться, пока я буду замерять температуру воды для вас. Смотрим.
Эх, вот это красота, вот это силище природы. Вода на 1,4 градуса прохладнее стала, но температура воды моя любимая. Вот я чуть постоял, к ней привык, и вполне себе комфортно, можно наслаждаться. Таким вот. А мне остается добавить лишь каждому делать свой выбор, где отдыхать, как наслаждаться морем. И все остальное в вашей жизни тоже решать только вам. Я же за себя свой выбор сделал, нахожусь на Черном море, наслаждаюсь шумом этого прибоя, прогуливаюсь по брегу морскому, смотрю на красивейшие раскаты, накаты. Но вы можете бояться сидеть дома и не ехать в Анапу, как многие решили. Потому что на самом деле я вас понимаю, столько времени потратить на зарабатывание этих денег, которые приедешь, потом будешь сидеть в номере, бояться выйти из него. Но это на самом деле не тот отдых, которого многие хотят. Я искренне от души желаю вам только хорошей погоды, говорится, только хорошего настроения. И чтобы все ваши мечты всегда сбывались, потому что на Черном море хочется именно этого. Хочется нежности, радости, праздника для души и для тела. В море, чтобы обнимало, и Нептун радовал только хорошими, прекрасными, такими волнами. В такой накат даже не хочется сказать, что там окупайтесь осторожнее, потому что это волны классные. Не отпускайте одних детей. Течение небольшое, слабое, боковое все равно присутствует. Можно нарваться на яму, испугаться, захлебнуться, поэтому будьте осторожны. Есть жертвы этого шторма, можете посмотреть в сводках. Как МЧС по Краснодарскому краю, погибшие люди имеются. Вчера встречал подписчиков, которые рассказывали, как в Суко один там мужик такой прям накачанный нырнул, его убивало об камни, но кое-как там выплыл, говорит, спасатели просто ему кидали круг, и никто даже не лез его вытаскивать. Он на последнем издыхании сил хватило, выполз, рассечений очень много от камней и так далее и тому подобное. Красотка. В общем, с вами был Юрий Азаровский. Я так могу разговаривать бесконечно, вы знаете, потому что все делается от души для вас. Спасибо. Нет, я вспомнил под конец видоса, но я вставлю это в начале. Нет, или давайте уже ладно, в конце, раз у нас идет такая пьянка, я разговорился. О, еще и листик порвался, но я прочитаю, как все должно быть. Ланочка Воронежская, с днем рождения, красавица! Я лично с тобой знаком, от души благодарю за то, что ты являешься как соучастником того всего, что происходит на нашем канале, сидишь в наших бандах. Спасибо огромное тебе за это, крепкого здоровья, чтобы чаще ты встречалась с морем, чтобы всегда окружал тебя мир любовью, от души не болей никогда. Юрий, привет, дорогой. У меня сынульки сегодня день рождения. Исполнилось 6 лет. Зовут его Максим. Можно тебя попросить сегодня поздравить в каком-нибудь видео? Максим, я тебя чуть позже поздравляю. С днем рождения тебя. Крепкого здоровья. Родители у тебя прекрасные. Попросили поздравить. Это уже дорогого стоит. Радую их только хорошими поступками. И тоже своим крепким здоровьем. От души. Валентина Прищепа задонатила нам косарик на квадрик. Спасибо огромное от души. И 8 сентября Ангела, Адриана, Наталья, всех Наташ, поздравь, у нас бандиоз Наташ тоже, надо поздравить, а так видео все смотрю, классно, Светины тоже смотрю, что-то она вечером поздно в эфир выходит, ну, график у нее такой работы, потому что многие там в час ночи пытаются на джипинг записаться или узнать что-нибудь, поэтому отвечает попозже, у нас же как люди, надгуляли здесь, с моря пришли и давай думать, что делать завтра, поэтому так вот и работаем. Светлая 7. Было бы здорово узнать от вас, что же все-таки это за отель РМВ. Я сегодня в утреннем видеосюжете показал, когда пляжи прошел, показал фасад этого отеля. К сожалению, людей там в нем не видел, но рассказал, что такое отель РМВ. Посмотрите видеосюжет. Всем здоровья и всего самого лучшего. С вами был Юрий Азаровский. Всем пока-пока. Как здорово, что все мы здесь каждый день собираемся на канале. Сегодня у нас в планах вечерний эфир на закате и в планах прогулка по Анапе ночная. Надеюсь, все получится. Дай нам Божьих сил и всего-всего-всего вам. Пока-пока.